Ну вот я их шлифанул. Пока шлифанул, ничего не стал пока делать, потому что, видите, такие нюансы есть. Не пропой. То есть припой прошел, сверху покрылся, а внутри пустота. В принципе, для себя лично, если делаешь, это не важно. Может быть, даже это может какое-то изменение даже геометрии. И может быть, это с какой-то стороны и лучше. Но если ты это делаешь для кого-то, это некрасиво. Поэтому эту заготовочку нужно опять пропаять. Вот я ей придал форму, все. Вот как вчерашняя была, вот сегодня я сделал форму. Все, они практически братья-близнецы. Ну, похоже. Я под карасика эти лишники делаю, такие они очень подходят. Но нужно пропаять. То есть это опять надо идти. Ну, поскольку я паяю дома, а не в гараже, то нужно опять идти. Будет дома сегодня вечером ее пропаять. А потом опять обработать. И это только первая стадия работы. Так что вот так. Учитесь.